Где-то в далекой-далекой деревне что-то случилось, и получился вот этот ролик. Эй, буковки! Добро пожаловать на участок, и сейчас будет маленькая водная экскурсия. Лопату и косу. Косу? Вот и сними эту хуйню, пошли. А это хата мечты. Это просто шедевр. Какая-то крыша. Какой-то срач. Наверное, не мой. Надо же, окна целые. Печь топовая. Походу трехкулерная. О, подвал. Надеюсь, там нет трупаков. Шмотки. Походу, Надя после секонд-хенда. Какая-то дверь. Какая-то печь. Какие-то тараканы, которые сейчас меня вынесут, если я сам не уйду. Так, прошел год. И пора выходить на улицу. Я слышу, как маленькая козявка ворчит. Какое дерево тебе спилить? Которое засохло. Спустя неделю мы откопали участок. На участке есть опасное животное. Вот. Во время съемок кинуло камень в оператора. Очень опасно. Оно кидается за каждый кустик. Я уже не сейчас для наслаждения. Какие еще наслаждения? Райские. Я тут вчера кучу наебашил это. Почистил участок, а ты? Вот где-то здесь и будет дом. Я потом... Четко. Картиночку подставлю. Осталось собрать мусор. Можно копать фундамент. Странные животные тут водятся. Да, чего только дом стоит, конечно. Вот ветку надо спилить тоже. Че ты за мной ходишь, не пойму. Вот тут надо будет забить два колышка. На одном кто будет фотографировать, а на одном кто будет стоять. И постоянно фотографировать. Так.